Я бы хотел поговорить о кавказских командах, которые будут выступать в первенстве премьер-лиги в следующем году. Вы знаете, что одна из кавказских команд, Кубань, выбыла из премьер-лиги, поскольку он действительно каждый год меняет 2-3 тренеров, и команда превратилась в команду «Лифт», которая из первой лиги постоянно выходит в высшую лигу и обратно уходит в первую. Так получилось и в этом году. Опять поменяли в середине сезона тренера, и в то время, когда еще команда держалась на плаву, и все-таки не удержалась, и команда вынуждена была покинуть премьер-лигу. Что касается Анжи, который вошел в премьер-лигу, то команда все-таки крепкая. Команда крепкая, вы знаете, Анжи уже играла, так сказать, в премьер-лиге, и, надо сказать, играла довольно-таки успешно, даже занимала неплохие места, была одной из лидеров, правда, тренировал тогда команду Гаджиев. Но все-таки надо сказать, что футбол в Дагестане любят. Футбол в Дагестане любят, к команде относятся с большой любовью. Сейчас после выхода команды в премьер-лиге реконструируется стадион Анжи, подходят, начинают делать его под европейские стандарты. Так что в этом году на стадионе будет полный порядок. И очень бы хотелось, чтобы в команде сохранился полный порядок. Все-таки команда южная, мы южными командами очень дорожим, поскольку именно там должны расти игроки для сборной страны, поскольку имеют, так сказать, летом и зимой, так сказать, возможность тренироваться на земле круглый год. Что касается других кавказских команд, то, я думаю, как всегда, сильным будет «Спартак Нальчик». «Спартак Нальчик» традиционно играет в премьер-лиге уже пятый сезон и играет очень и очень неплохо. Команда нравится, быстрые игроки, очень приличный тренер. И я думаю, что все вот это вот вкупе говорит о том, что команда будет надолго в премьер-лиге. Правда, в этом году был сбой, команда, был момент, что команда могла и вылететь, но вовремя, так сказать, тренер Красножан наладил игру, и команда последние игры выиграла, и даже заняла 11-е место, что довольно-таки высоко. Но я думаю, что команда будет укрепляться постоянно. Неплохой состав, очень неплохой состав. И, ну и плюс, конечно, умение тренера. Я думаю, что все это вкупе даст то, что команда бесспорно останется в премьер-лиге. Что касается команды «Терек», то тут вопрос очень-очень сложный. Вы знаете, что в середине сезона был уволен тренер Вячеслав Грозный. И «Терек» после этого потерял управление, бесспорно. Начал терять очки. Кроме того, «Терек» был заметен в очень скандальной игре с «Крылья Советов», когда, вы помните, вся страна смотрела этот матч, и было совершенно очевидно, что этот матч договоренный. И вот этот скандал, он, может быть, тоже ударил по команде. Команда в конце сезона поплыла, проигрывала подряд все игры. Хорошо, что был уже запас очков, который позволил ей остаться в премьер-лиге. Думаю, что на следующий год команде будет очень и очень тяжело. И еще раз говорю о том, что вот расставание с тренером Вячеславом Грозным, я думаю, что оно неправильно. Может быть, руководство республики вспылило где-то, так сказать, после проигрыша. Но убирать такого тренера было нельзя. Именно на нем, я считаю, и держалась вся игра «Терека». Посмотрим на будущий год, как будет. Но пока что им надо решать в первую очередь проблему старшего тренера.